Всем привет, и в этом видео я покажу, как ускорить или замедлить свое видео. Для начала нам понадобится вот такая вот программа, ссылку на нее я оставлю в описании. Ну и само видео, которое мы хотим ускорить, это вот просто тестовое видео. Так, заходим в эту программу. Вот так она выглядит. Видео, которое мы хотим ускорить или замедлить, берем и переносим его вот сюда. Так, вот он сейчас загружается. Нажимаем ОК. Так, и можно воспроизвести его. Вот как видите, здесь я специально здание переносил медленно. Все. И вы увидите потом, как они будут быстро переноситься. Чтобы разделить видео, надо вот эту стрелочку поставить на тот момент, откуда вы хотите начать. Например, вот отсюда, вот секунды. Нажимаем на эту стрелочку правой кнопкой мыши и нажимаем разделить. Дальше ведем ее до тех пор, когда мы хотим окончить наше разделение. Это вот где-то вот так вот, почти в конце. Если видео идет 44, я на 43 поставил. Нажимаем правой кнопкой и опять разделить. Вот. Теперь правой кнопкой мыши по вот этому вот участку, который мы разделили, нажимаем. И вот тут скорость клипа. Стоит 100%, вот она, 42 секунды идет. Так, если мы хотим замедлить видео, то пишем, например, ну, 50%, будет минуту 25, там, 2%, будет вообще 35 минут. Ну, нам надо ускорить, так что лучше поставить 250-300% скорости. Вот так оно будет идти 17 секунд. Если вы поставите больше 500%, то будет тормозить, и черный экран будет. Нажимаем ОК. Закрыть. И вот здесь вот нажимаем сохранить. Далее. Выбираем папку, куда вы хотите сохранить. Вот. Сохраняем. И готово. Все. Идет обработка проекта. Когда оно закончится, я продолжу видео. Так, все. Вот обработка закончилась. Нажимаем готово. И теперь можно просмотреть видео. Вот, вот оригинал, а вот то, что мы сделали. Заходим в него. Так, увидим. А где появилось здание? Быстро. Так, кстати, забор. Вот так. Вот. И сравнить с оригиналом, если... Как здесь все это происходит. Здесь очень это медленно. Так как вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Это был Макс.